Образовательные услуги в регионе оказывают 735 учреждений. За второй квартал они выполнили план на 96%, что составило 16,3 миллиарда тенге. В этом году в 10 североказахстанских колледжах внедрили подушевое финансирование. Основная доля услуг, больше 90%, оплачивается за счет средств госбюджета. Остальной доход приносит население и предприятия региона. Всего в области 485 школ, там обучаются порядка 7,5 тысяч детей. Почти половина из них – жители Петропавловска.